Вердикт убийцы. Суд приговорил убийцу героя России Магомеда Нурбагандова к 24 годам колонии строгого режима. За ним числятся и другие преступления, сообщили в Следственном комитете. Наряду с бандитизмом и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов ему инкриминируется участие в незаконном вооруженном формировании, умышленное повреждение чужого имущества, неправомерное завладение автомобилем, незаконный оборот оружия. Ранее суд приговорил к длительному сроку лишения свободы еще одного фигуранта этого дела. Остальные же участники банды были ликвидированы при оказании сопротивления. Артур Бекбалатов участвовал в жестокой расправе над дагестанским полицейским. 10 июля 2016 года он снимал казнь сотрудника Росгвардии на видео. Один из боевиков направил на Нурбагандова пистолет. Он попытался заставить его обратиться к коллегам с требованием уйти из органов. Нурбагандов не подчинился. Скажи. Что сказать? Работайте, братья. Разозленные бандиты застрелили непокорного полицейского. Он стал символом мужества и преданности профессии и закону. Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. Нужен анонимный доступ к любому сайту? Хотите общаться, не раскрывая свою личность? Планируете рекламу ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях? Соцсекрет предлагает легкое решение этих задач. Мы продаем чистые, созданные с нуля аккаунты для любых сайтов. Покупая аккаунт, вы получаете уникальный логин и пароль без необходимости вводить собственный номер телефона и где-либо регистрироваться. 100% гарантия работоспособности. Стоимость анонимного аккаунта всего лишь 30 рублей. Адрес сайта соцсекрет.ру. Ссылка в описании.